Экономический горизонт лета. Сохранить и приумножить. Кого необходимо поддержать. На богатом Западе уже дикая безработица. Слава богу, что мы это избежали. Поколение Best. Тракторным маршем, кризисом назло. Беларусь – мировой бренд. А это непросто достичь такого уровня. Белорусские товары и национальный характер. Как необходимые элементы подушки безопасности. Восстановление в скандинавском ритме. Пятиразовое питание, магнитотерапия и кислородные коктейли. Обалденно. Санатории принимают гостей, переболевших ковид. Время первых. Как мэр Саянска взял и отменил самоизоляцию. Нашему малому бизнесу придет, мягко выражаясь, накроется медным тазом. Особый путь или ничего особенного? Принципы выживания. На всем пространстве СНГ оказалось два мужика, Лукашенко и Боровский. Эксклюзивное интервью со смелым российским градоначальником. А также утомленные карантином. Возьмите у нас кредит, чтобы оплатить налоги. Безработица выше крыши. Разгневанные европейцы и американцы. Мысли вслух. Миннеаполис, а затем и вся Миннесота в огне. На почве расового насилия. Настало время перемен, потому что мы устали. Люди грабят магазины и жгут здания. Трампа забомбило. Нацгвардия в мятежном штате и наезд на соцсети. Свобода слова по-американски. Покажем детали и расскажем о самых ярких событиях этих 7 дней. В воскресенье в главном эфире.